Перед нами МТС-916, недорогой сенсорный Android смартфон от оператора, в основе которого лежит модель ZTE Racer X850. Кстати, это на сегодня самый дешевый смартфон под управлением OS Android. Смартфон упакован в красивую фирменную коробку со всевозможными обозначениями, так что даже не нужно заглядывать внутрь, чтобы понять, что же там находится. Однако мы все же заглянем. Итак, в коробке имеется инструкция по эксплуатации, сам смартфон, зарядка, USB кабель, который также крепится к этой зарядке, и наушники. Корпус устройства собран из двух типов пластика, в том числе Soft Touch. Также имеется несколько металлических окантовок и подпорок функциональных элементов. Качество сборки можно назвать неплохим. Материалы плотно подогнаны между собой, люфта и скрипов нет. Реализация функциональных элементов также без нареканий, все удобно и практично. Лицевая панель фактически полностью отведена под расположение дисплея 2,8 дюйма, созданного на основе резистивной матрицы. Его разрешение 240 на 320 точек, цветопередача 262 тысячи оттенков. В дисплее заметно зерно. Реализована поддержка акселерометра, мультитача нет, но пользователь может масштабировать веб-страницу из специального раздела настроек. Чувствительность дисплея хорошая, на прикосновение к иконкам меню реакция адекватная. Чуть ниже дисплея имеется спаренная механическая кнопка работы со звонками, а между ней и дисплеем расположено несколько сенсорных клавиш. Это кнопка возврата предыдущий пункт меню, клавиша активации перехода в главное меню, кнопка возврата предыдущий подраздел и клавиша Home. Над дисплеем имеется заметная прорезь коммуникационного динамика металлической сеткой. На верхнем торце имеется кнопка включения и выключения питания устройства, чуть в стороне от нее расположен разъем 3,5 мм для наушников, а также петля крепления страховочного шнурка. На нижней грани имеется зазор, предназначенный для того, чтобы пользователь мог снять крышку аккумуляторного блока. Вся тыльная панель прикрывается крышкой, в котором реализована прорезь под глазок встроенной камеры. Снять и одеть крышку аккумуляторного блока можно легко за пару секунд. Смартфон получил аккумулятор емкостью 1000 мАч. Одного 100% заряда аккумулятора достаточно на сутки работы смартфона при нагрузках в режиме звонков не более 1,5 часа, а также час использования других производительных функций. В МТС-916 реализовано 200 МБ встроенной памяти. Любопытно, что эта память предусмотрена как для установки различного программного обеспечения, так и для хранения пользовательского контента. Также можно использовать карты памяти microSD до 32 ГБ. Смартфон имеет 600 МГц процессор и объем оперативной памяти 512 МБ. Оболочка, реализованная в МТС-916, это несколько видоизмененный вариант штатной оболочки Android. Для интернет-серфинга устройство задействован самый обыкновенный браузер андроидного формата, а также приложение Opera Mini. Кстати, с использованием этого браузера можно заказать услугу безлимитного мобильного интернета всего за 1 гривну в сутки. Имеется Bluetooth 2.1 и Wi-Fi. В режиме 3G обмен данными возможен по технологии HSDPA. Скорость до 7,2 Мбит в секунду. Стоимость устройства в сети магазинов и салонов МТС 1149 гривен, что является на сегодня оптимальным минимумом для смартфона под управлением Android.